Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Проект решила покинуть Олеся Клочко. Она сама приняла это решение, у нее неотложные дела в Москве. Майя Донцова решила расстаться с Алексеем Купиным из-за новенькой Карины Куприковой. Ей не понравилось, что, несмотря на все запреты, Алексей сидел рядом с Кариной и общался с ней. Леша же утверждает, что он говорил со своей бывшей девушкой о Диме Талыбове и советовал ей присмотреться к нему. Катя Кузнецова рассказала своим подписчикам о том, что у нее было лучшее свидание за все время, которое она провела на острове. Девушка вместе с Мэри Кулешовой была в ресторане. Как вы помните, недавно на Сейшелы отправились Татьяна Мусульбес и Александра Шева. В сети ходят слухи, что Сергей Захарьяш бросил Лилию Читрару и строит отношения с Сашей. Иосиф Оганесян и Саша Чернов все-таки отдали своего щенка в хорошие руки. Теперь мопс живет у одного из сотрудников Дома-2. В паре Дарины Маркиной и Никиты Кузнецова очередная ссора. У них возникли проблемы из-за переписок Никиты с другими девушками. Дарина ругалась на своего бойфренда отборным матом, ну а Никита постарался перевести все в шутку. Новенькая участница Наталья Исеева дала характеристику Диме Талыбову. Как вы помните, она заселилась с Димой, но на третий день ушла от него. Наталья утверждает, что Дима скучный, равнодушный, замкнутый, он боится женщин и, возможно, у него какие-то проблемы в сфере волшебства. Мэри Кулешова публикует фотографии с недавней вечеринки на острове любви на тему мультипликационных персонажей. Алексей Купин опубликовал фото с мамой. Оказалось, женщина тоже спортсменка, как и он сам. Она многократный призер Кубков мира и чемпионатов мира по гребле на байдарках. Фанаты Маши Кахно переживают за девушку. Возможно, она покинула проект на голосовании. Маша не отвечает на вопросы об уходе и публикует семейные фото, которые сделала за периметром. Ольга Рапунцель продолжает делать шоу из своей жизни. В режиме онлайн она устроила показ выяснения отношений с мужем. Зрители могли наблюдать, как Дима Дмитренко подрался с ее мамой, как Ольга вызвала полицейских, написала заявление на мужа, в котором обвинила его в побоях. Также Рапунцель обнародовала интимные переписки Димы с любовницами. По словам Оли, муж часто душил ее и хватал за лицо, угрожая убить ее с ребенком. В ближайшем ток-шоу «Дом-2. Разбор» Оля расскажет о своей семейной драме. Новый возлюбленный Жени Феофилактовой оказался известным человеком. Им стал 30-летний профессиональный боксер Давид Аванесян. Мужчина не женат и все свободное время проводит в тренировках. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.